Вітаю всіх болівальників з перемогою. Дуже хороша гра сьогодні, з хорошим процентом сьогодні закинули. Вітаю всіх, хороша перемога. Йдемо далі, їдемо додому і граємо з наступним суперником через день. Здесь всегда трудно играть. У вас всегда здесь в скобочках тепло встречают. Команда ваша играет организованный баскетбол с высокой, как я говорил перед игрой, дисциплиной. И если ты, во-первых, ментально не готов биться в прямом смысле, я сказал, где-то сравнивая вашу команду, когда играешь против сербов и литовцев, что там понимают только агрессивность. И мы сделали, наверное, надо все-таки сказать, мы сделали урок, вывели какие-то уроки из предыдущих игр здесь, когда мы начали отвратительно, в прямом смысле мы дали сесть себе на голову, и потом эта игра так и продолжалась. Конечно, наш ресурс не безлимитный, поверьте, когда команда играет за 12 дней 6 выездных игр, как цирковые медвежата с поездом путешествовать по городу, поверьте, это непросто. И сейчас только и только все, как я только что отметил, насчет сильны у нас эти мужские качества. Поверьте, команда, так как играет сейчас последние две игры, как игроки играют друг за друга, это просто кайф смотреть. У меня лучшие места в зале, в принципе, да, я вижу это, я знаю. Конечно, всегда ты думаешь, ой, почему мне это так? У соперников других там есть так, но мы не можем не в силе изменить то, что у нас уже через день. Наверное, Николай приедет в Киев раньше, чем мы, и будем с ними играть, потом уже сразу в Черкассы и так далее. Это самое главное, мы же сегодня выиграли, мы перебороли себе, показали, что мы можем, несмотря ни на что. Да, и в таких играх, конечно, мы сдались, я думаю, физически сдулись, где-то поспешили, но одновременно, когда тебе ноги уже устали, ты начинаешь принимать неправильные решения нападения, сразу тебе это получаешь назад в защите. И в начале третьей четверти это было, мы разрешили вашей команде, если так можно выразиться, быть назад в игре, просто в прямом смысле агрессивной защитой, агрессивным таким. И мы где-то так сдулись в этом. Ну, я рад за то, что у нас наконец, мы забили все, практически все свои свободные броски, то, что есть суть баскетбола, нападение, хорошо двигали мяч, и остается всегда такая мелочь забить, сегодня мы забили. Да, но, может быть, это ключевое. Да. Плюс, то у нас только 8 потерь. Любой командой мы будем в игре, если будет мало потерь, мало глупостей и нападений. Извините, главный цирковой медвежонок спешит на поезд. Да. Спасибо. Ну, в первую очередь, тоже хочется поблагодарить команду за то, что мы после, мягко скажем, плохой первой половины не сдались. И даже сравняли счет, боролись до конца, до последней минуты все равно. Ну ж, проиграли плохо, двигаемся дальше, главное оставаться как команда. Нам очень много дали легких очков в первой половине, особенно во второй четверти. Глупо использовали бонус, дали забить какие-то броски с фолом, где нужно было использовать, да, умно фол, чтобы люди выбрасывали сбоку. Это дало какое-то преимущество, сделали все возможное и невозможное для того, чтобы вернуться в игру, вернулись, немножко не хватило. Двигаемся дальше. Тернополь уже через день, поэтому нужно как можно быстрее забывать эту игру и готовиться дальше.